Друзья, всем привет! На связи Станислав Орехов. Это очередное видео нашей рассылки «Как продавать свои услуги на суммы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей», где я показываю свой способ, как я это делаю, а также способ наших ребят, кто уже прошел по нему и получил такие же результаты. В серии из трех видео я расскажу про создание такого продукта, продажи услуг и навыков своих через личные консультации, как вы можете найти таких клиентов и как взять. Речь пойдет о том, как найти уникальность, кто и почему покупает ваш продукт, как найти клиентов, как с ними общаться, как создать свою технологию, 4 способа, которые подойдут именно вам, как создать бизнес и масштабировать его до 10 миллионов. Ну, в общем, вот список, который мы, в принципе, с вами обсуждали. Я буду показывать, как презентовать себя и свой дорогой продукт, чтобы у клиента возникло доверие и желание купить его дорого у вас, как создать свой метод, который неизбежно даст клиенту результат. Я покажу, как я и мои ученики зарабатывают 4 разными способами на своих проектах, на своих знаниях и навыках. И вот он у нас способ, состоящий из 7 элементов. Выбрать нишу, создать сильный продукт, создать методику решения большой проблемы, создать презентацию, по которой клиент будет понятна ценность, показать презентацию клиенту, научиться проводить консультации и создать методику, чтобы довести клиента до результата. Потому что самое важное в моей технологии – это презентация и результат, естественно, иначе у клиента не будет. Но перед тем, как мы пройдем дальше, перед тем, как мы начнем изучать всю эту технологию, которую я хочу просто поделиться с вами, чтобы вы смогли ее использовать, я понял по вашим вопросам, которые вы задавали мне в комментариях, что очень многих останавливает именно первая часть. Поэтому день один вот я выделил сюда, и сегодня мы поговорим с вами о том, как понять, подойдет ли вам эта тема. Если подойдет, то как начать, какие страхи вообще бывают, какие проблемы бывают. Я расскажу свою историю. Она у меня будет состоять из нескольких этапов моей жизни, как я создавал компании, как я работал сначала в найме, потом стал создавать потихонечку бизнес, потом перешел в обучение и перешел в другую нишу. На каждый из этих этапов у меня был страх, о котором я расскажу. Когда я сам действовал по этой схеме, я постоянно сталкивался с одной и той же проблемой. Это неуверенностью и страхом на каждом этапе. Когда я решал эти проблемы, которые были на каждом этапе, я двигался дальше на следующий уровень по доходам и по интересностям задачам. Я покажу свои 7 историй, и я собрал все возражения дополнительные, которые есть у вас, и покажу, как их можно решить. Итак, самая главная проблема, которая нас приветствует здесь, это нет навыков. Я с нуля в новой нише. Чаще всего мы имеем в виду, что люди, которые начинают какой-то бизнес, либо хотят двигаться дальше, думают, что вот в новой теме у них еще нет навыков. У них достаточно большой опыт в чем-то одном, но вот навыков в новом нет, это останавливает. Также не виден горизонт, куда это все может привести. От того, что не виден горизонт, идет демотивация. Ты не понимаешь, насколько ты сможешь вообще эту тему использовать для себя в жизни. Либо есть навыки, но нет веры в себя. Очень часто это присуще профессионалам, которые хорошо делают свое дело, но у них внутри есть какие-то внутренние конфликты, страхи, проблемы, и которые мешают им добиваться результатов, которые они достойны, и не верят, что могут начать новую тему. Все эти вещи, все эти проблемы мы в сегодняшнем видео разберем, я покажу, как я их решал. И главный вопрос преследует человек, который хочет начинать, получится ли у меня. Он связан с верой, с стратегией, с волей, с мечтой каждого конкретного человека. И это комплексный вопрос, он не решается в одно предложение. Нет такой возможности, что вот сейчас вот каждому что-то сказать, каждому свое. Я думаю, что в наших сегодняшних историях вы найдете себя, ответите на вопросы сами себе, насколько вам будет комфортно идти, и увидите, что где-то не сложно, а где-то если сложно, то все равно это решаемо. Итак, начинал я свой путь вот так. Я с детства увлекался компьютерами. Сначала я играми увлекался очень сильно, вот играл на этом. У отца был компьютер, и я тут занимался. Потом технологиями. Выглядело это примерно так. Я что делал? Я просто научился работать в фотошопе. Ну, здесь ничего сложного, видно, что фильтры, море, и просто начинал экспериментировать. За вечер буквально освоил разные композиции, начал комбинировать вот такие нехитрые рисунки. Стал складывать композиции более какие-то сложные, интересные, то есть, ну, в принципе, ничего такого необычного. На второй неделе я открыл для себя 3D-редактор, то есть помимо 2D есть еще трехмерные визуализация, когда ты можешь с помощью каких-то параметров задать вот такие вот горы, и ты сможешь визуализировать. Для меня это такой был тоже новый мир. Я вдруг стал таким, как мне казалось, пейзажистом. Вот, делал какие-то такие вот вещи. Я не знаю даже, что это, пустыня.
И вот даже нарисовал алмазный остров. Вот такие были мои первые работы. Это там первые 2 недели, когда я познакомился с компьютером в плане творчества. Тема была интересная, но надо было поступать в институт, и я ее забросил на какое-то время. То есть просто ознакомился и дальше не делал. И тут мы переходим к первой истории. Я поступил в строительный университет, и на первом курсе, в окончании его, нужна была практика. Вместо того, чтобы идти на стройку, там были варианты идти в какую-то строительную компанию, институт был строительный, но я не подходил для стройки абсолютно точно, это не мое. Это я уже потом понял, когда выполнил тесты. На самом деле надо было раньше их выполнить все. Я искал место с компьютерами, потому что на компьютерах я уже что-то умел делать, и меня, в принципе, это привлекало. Вначале я не был ни дизайнером, ни 3D-специалистом, у меня вообще никаких навыков не было, кроме вот тех картинок, которые я вам показывал, которые я за 2 недели научился самостоятельно, тыкая кнопочки. У меня не было никаких навыков, но было желание войти в профессию, стать дизайнером. Тогда я не знал, что есть такие дизайнеры, думал, что просто хочу рисовать что-то на компьютере. И я не знал даже нужных программ. И я стал искать дизайнерскую компанию, чтобы поработать там даже бесплатно. Мне в любом случае нужна была практика. Я не знал, возьмут ли меня... Но поехал на собеседование. Принял первое решение, что неважно что, я устроюсь не на стройку, а устроюсь в компанию. Это было очень важно. В дальнейшем мои решения, которые я принимал, они были именно в правильную структуру. Тогда я не знал и боялся, что меня не возьмут. Но постепенно я шел к результату. Я показал свое желание на собеседование и способность учиться, и меня приняли. Бесплатно, почему нет, в принципе, молодой сотрудник. Я не умел вообще ничего делать, но меня научили работать достаточно быстро. Меня поставили помощником дизайнера, и за 1 неделю я освоил важные кнопки в автокаде и стал моделировать лампы по каталогам. Дизайнер вставлял мои модели в 3D и делал визуализацию. Я попросил научить меня тоже работать в 3D Max, и у меня получилось с первого месяца уже начать как-то в 3D Max что-то делать. Дальше я развился сам, и было уже проще. Самое интересное, что за месяц работы мне даже заплатили. Хоть я устраивался на бесплатную работу, мне заплатили все равно $100, что было очень приятно. И это означало, что я принес пользу, и это мотивировало учиться дальше. И здесь я хочу сказать, что вот первые результаты, оно... очень важны, когда в новом деле у вас получаются хотя бы базовые какие-то новые результаты, даже небольшие, даже $100 или хотя бы какой-то человек к вам обратился, если к вам обращались уже за помощью, то это уже может мотивировать менять людей и запускать свой новый продукт. Потому что значит, если люди вас слушают, то это уже очень ценно. И даже небольшие результаты могут идти вперед. Я нашел фриланс-заказ, то есть после того, как я стал работать, я еще стал подрабатывать. Вот это мой первый проект. Понятно, сейчас он выглядит очень смешно. Это моя первая работа в 3D за деньги, которую я выполнил. Я сделал 3 офиса и делал их 2 дня и 2 ночи и получил первые $50. Это тоже было классно, потому что то я работал на работе, кто-то мне платил, а тут был мой первый заказ и удаленный, примерно такой. Я его делал на ноутбуке, который купил себе за сколько-то долларов, 1500, по-моему, и пытался его отработать. Естественно, это смысла никакого не было, но мне было интересно. И я работал рядовым сотрудником и даже не думал, что сам смогу создать компанию. То есть тогда у меня в голове вообще этого не было. Что вообще это как-то возможно, и в эту сторону можно смотреть. И даже я не видел такого варианта. То есть я точно сейчас помню то состояние, то ощущение, такое что я думал, что мне нужно на компьютере работать лучше, а не компанию создавать. И это ощущение может быть у начинающих, кто если из вас сейчас начинает, вы может так думаете. Либо, если вы планируете обучать кого-то, вы должны знать, что такое ощущение есть у людей, которые придут к вам в обучение. То есть смотрите сейчас то, что я рассказываю, эту историю с 2 сторон. Может быть, это с вами случалось, может быть, вы вспоминаете себя, с 3 даже. Может быть, это вы сейчас, и вы находитесь в начале пути. И, может быть, если вы уже очень опытный товарищ и хотите создавать свою компанию, либо свой обучающий продукт, то такие будут ваши ученики. И вы тоже будете рассказывать им свои истории, вспоминаете сразу же это. Смотрите под этим соусом. Я работал рядовым, не понимал, что такое вообще можно создать компанию, что это не про меня. Это сейчас много чего есть, но все равно ты даже не веришь. Я тогда тоже видел, в принципе, что люди создавали компанию, но не думал, что не ассоциировал это никак с собой. Это очень большая проблема. Что вообще это как-то возможно? И в эту сторону вообще можно смотреть мне. Я не думал, что у меня получится. Я не видел вообще такого варианта. И я думал, как настроить свет в программе, как скачать модели, а не как построить бизнес и не как найти заказы. Это была на самом деле большая проблема, потому что все свое время и внимание, конечно, я тратил на именно изучение программы. И я пробовал разные ниши, например, стенды для выставок. Так как мне платили примерно за ту работу $50, я также и здесь осмелел и попросил $100 за такую стенд. Этот стенд конкретно не построили, мне платили за попытки, что я делал, и если строили, мне платили сколько-то $100. Мне в любом случае платили, а если получалось, то еще, по-моему, платили 100. И этот стенд построили, всего один, я за него $100 получил. Такая идея у нас была.
Также участвовал в других проектах, то есть метался, пробовал себя в разработке игр. Это игра GAG 2. Рисовал сцены прошлого, будущего. Работал там тоже с художником. И художник там мне подсказывал какие-то моменты. Ну, то есть, в целом была интересная история. Но я не выходил за рамки там, $100-200. Максимум в месяц я 400 получал. Были какие-то, конечно, частные заказы, но не более. Денег серьезных в любом случае не было, я не понимал, как их заработать. И даже не думал, что для меня это возможно. Вот что самое важное. То есть у меня была ментальная здесь проблема. И как-то раз, вот это один из переломных моментов, к нам в офис пришла девушка Женя. Женя, привет, если смотришь, ты очень сильно повлияла на меня в начале. У нее были заказы. У нее реально были заказы, она общалась с крутыми людьми, и у нее были деньги. Она была моего возраста примерно 20 с небольшим, не помню, сколько это было, но говорила на равных с моим начальником. Это было очень удивительно для меня, потому что я боялся прийти и попросить повышение зарплаты. То есть я уже тогда понимал, что я приношу пользу, но я вообще не понимал и не знал, как обосновать это. Я думал, что некрасиво просить повышение зарплаты и что я и так должен ценить то, что у меня есть. Женя увидела, что я умею работать в 3D, и ей нужен был помощник по визуализации. И таким помощником как раз стал я. Мы сделали вот такую реконструкцию гостиницы «Националь». У нее был, как ни странно, вот такой заказ, достаточно интересный. На одном заказе за пару дней я заработал более чем за 3 месяца в офисе. Это тогда было очень интересно. Женя щедро мне заплатила, и я там за 2 дня, днями и ночами выполнил этот заказ. И я понял, что я каким-то образом тоже хочу получать такие заказы. Такие заказы в целом я делал легко, для меня это сложность не доставляло именно в плане работы, но найти я их никак не понимал, как можно. Но я тут понял одну очень важную вещь, что очень выгодно работать с премиальными клиентами, и они существуют, эти люди есть, и к ним даже может быть доступ, в теории, да, пока я не понимал как, но я видел, что девушка моего возраста уже к ним имеет доступ. Просто их видят не все, как я не видел вообще никак. И еще я заметил, что Женя делегировала создание дизайна и чертежей профессионалам, архитектору и чертежнику, тоже девушке. Была классная девчонка, которая приходила и за неделю делала там объем работы очень-очень большой. Она знала все кнопки, у нее очень хорошо это работало. То есть были узкие специалисты, профессионалы. В принципе, я тоже был узким профессионалом, который делал 3D. И вот она так распределяла. И они приходили, брали работу на неделю и получали в 4 раза больше меня. Они делали эту работу очень быстро. И как будто фильм смотрю, но не про себя. Не было у меня такого ощущения, не было веры, что это про меня и что, возможно, это со мной. И даже не было намека на то, чтобы мне так делать, что я, возможно, такое как-то повторю. Но мне очень хотелось. Я хотел попасть в высшую лигу. Простые квартиры, дешевые интерьеры меня больше не вдохновляли. Я умел и хотел работать с крутыми, дорогими проектами. Задавшись целью, стал искать себе работу в более качественных проектах. Навыка поиска своих клиентов у меня не было. А у Жени я спросить не догадался. Да, еще одна глупость. Я бы мог, в принципе, спросить и как-то думать в этом направлении. Но, опять же, ментальные блоки мне не позволили спросить у человека, у которого получалось. У меня не хватило мозгов на это. А мозгов мне хватило искать только новую работу. Я стал делать то, что я умел делать. Я искал новые заказы, новую работу. Сработало искажение мозга. Делай, что умеешь. Такое тоже встречается. Если оно у вас есть, то отследите его. И я нашел новую работу. Конечно же, у меня был, в принципе, талант делать хорошо свое дело, и я им воспользовался. Я попал в компанию, которая искала как раз визуализатора. Уже зная, что не готов на меньше, я попросил в 2 раза больше, чем получал. Я попросил $500, не думал, что мне вообще ответят. Но я помню этот звонок до сих пор. Пока я учился в институте, мне позвонили, руководитель мне позвонил и сказал: «Окей, давай попробуем за 1 месяц, за те деньги, которые ты назвал». Так я попал в высшую лигу. Вот такие дома и интерьеры мы проектировали, ну, тогда в этой компании, куда меня пригласили. Я вообще не верил, что могу делать такие дома. Мне было очень страшно, потому что я раньше делал там просто квартиры по фэншую, такие маленькие, очень странным дизайном, а тут прям дворцы целые. Я думал, что я не справлюсь. Но мне помогал разобраться главный визуализатор, да, за что огромное спасибо, с дизайном главный архитектор студии, которые мне помогли вообще, ну, понять, сориентироваться. И я стал делать такие проекты, спрашивать по моделингу и очень быстро изучать пропорции, классики, профилей, вообще всего дизайна. И это кардинально отличалось от эконом-сегмента и фэншуй дизайна, с которым я имел дело раньше. И вот такие проекты, вот такую библиотеку в 3 разных вариантах я рисовал в первый месяц. А также ванную комнату я нарисовал в первый месяц. И вот такие вот интересные чертежи мне давали мебельщики, а я интегрировал их в интерьер. То есть в целом я разобрался и получал вот такие неплохие картинки. И так мы рисовали и строили дворцы. Я делал очень красивые проекты, но через вторые руки. У меня не было доступа к заказчику, никакого не было. И работа мне очень нравилась, я был причастен к прекрасному. Это уже было буквально верх счастья. Я работал
три дня, мне платили достаточно денег, и я делал очень классные работы. Но было одно но, тут очень важная часть. Я жил вот в такой съемной квартире. Вот это вот мой уголок, где я занимался еще дополнительно фрилансер, потому что я не мог останавливаться на этом. Естественно, такое никуда не годится. И у меня чувствовалась какая-то несправедливость. Я понял, что просто делать свою работу хорошо недостаточно. Никаких денег все равно не хватит, чтобы мне накопить на свою нормальную квартиру. И надо что-то делать дальше, если я хочу жить в красоте и в своем доме. А я этого хотел. И я стал выкладывать свои работы на Evermotion. И Render.ru — это такие два сайта, которые показывают возможности визуализации. Там делятся дизайнеры и визуализаторы. Вот такая работа. Это в 2005 году я опубликовал ее. И в целом было неплохо. Вот этот домик. Люди здесь сказали, что да, приняли достаточно тепло эту работу. И дальше я стал выкладывать все, что было. Использовал Render.ru как сайт. И так я стал работать с премиум-клиентами. Людям это нравилось, то есть работы, которые я там делал. И сейчас это отличная стратегия. Хочу акцентировать на этом внимание, что вы можете прямо сейчас тоже работать с бизнес и премиум-сегментами для того, чтобы выделиться, не делать эконом. И тогда у вас будут, ну, люди будут видеть и будут они заказывать такие же. Они не понимают, что это визуализация, либо это реализация. То есть это тема для разговора. Тогда я тоже не знал этого. И я сделал вот такой первый сайт, вот так он выглядел, просто черная заглушка и работа. И здесь был написан мой телефон, что мне можно позвонить. Можно было зайти внутрь, кликнуть сюда, и там было бы вот такие вот, как мне казалось, сильные черные картиночки. И люди стали мне писать и звонить, и даже из-за границы, что удивительно, потому что как только я выложил свои работы на зарубежные сайты, стали звонить из-за рубежа. Это то, что многих останавливает, что ну, я делаю проекты, да, но не публикую их. Если начинаешь публиковать, люди вдруг начинают обращаться. И в переписке я оценивал проект, называл стоимость, изучал предоплату, получал и делал заказ. Работы брал из Москвы и иностранных заказов. Сингапур, Япония, Европа, США и другие. И уже тогда я действовал сам по своей схеме, по своей технологии. И она сработала, сделав меня финансово независимым. Я не знал об этой технологии вообще ничего. В целом я даже не понимал, что это технология. Но я понял, что я нащупал что-то интересное здесь. И она не была полноценной и сформирована, как сейчас. Но была достаточно сделать правильный продукт и упаковку. Это вот первые два шага. И направить фокус на хорошие проекты. И все получилось. То есть хорошие проекты, фокус и упаковка. И вскоре я на эти деньги, которые я заработал с этой истории, купил квартиру и авто и базово осуществил свою мечту. Подведем итог. Даже с нуля можно начинать, но сразу желательно выходить на бизнес или премиум сегмент. Так делал я и тоже так вам рекомендую. Хотя это тоже страшно. Потому что там те же клиенты, а денег гораздо больше. Да, надо научиться работе с премиум клиентами и с бизнес-клиентами, на самом деле, но это обучение идет через себя. То есть ты можешь на себя повлиять, а на поиск этих клиентов ты, ну, ты не можешь никак на них повлиять. Ты можешь повлиять на себя и через это на них, и они тебе дадут заказы. Вот такой важный вывод здесь был. Перейдем к истории номер два. Я успешно делал 3D-заказы, но мечтал о дизайне. То, что я уже делал, меня не удовлетворяло, мне хотелось нечто большего. Мои картинки на Render.ru увидела директор салона красоты и пригласила на встречу. Она не поняла, что я не дизайнер, ну, а я, в принципе, ну, ничего там не писал, я только картинки выкладывал. Я встретился с владельцем салона, и им нужно было оформить премиальный кабинет, VIP-кабинет. Я сказал, что без опыта стройки, ну, честно сказал, потому что понял, что тут сейчас запахло жареное. И он сказал, что окей, мне нужно только порисовать, то есть твоя задача сделать визуализацию, а я, так как опытный, уже могу назвать строителей, позвать сам и сам проконтролировать. И я взялся рисовать как умел. Да, тогда раньше я рисовал красивые проекты, но одно это рисовать и понимать, как это делается по чужим чертежам, другое попробовать себе сделать самостоятельно. И вот такой вот ужас я начал творить. Рисовал как умел, да, нагромождение тут всего. Поэтому очень важно, да, кроме того, что ты причастен и понимаешь технологию, очень важно, конечно же, еще обучиться правильному дизайну. Это очень критически важно. Вот вариант второй я нарисовал вот такой вот. Ну, потому что клиент попросил, чтобы было что-то необычное. Вот я рисовал необычное. Третий вариант, там, «Звездные войны» какие-то, да, получается. И были сложности. То есть я рисовал, а клиенту не нравилось. Потому что я считал, что клиент прав и нужно несколько вариантов показывать. Да, я согласен, что те варианты были ужасные, да, но все равно я не понимал, где граница. И я перебирал варианты, а у меня уже кончились деньги. То есть я ехал на маршрутке и понимал, что если сейчас я не согласую и не даст мне клиент предоплату на следующий этап, то все, у меня назад не будет просто даже денег на дорогу.
В итоге я поступил хитро, я срисовал четвертый вариант с уже построенного салона. Так делать, конечно, нельзя было, но вот у меня был такой вот грешок, каюсь. Вот такой четвертый вариант, его построили, вот такой. Я не скажу, что он супер лучше, он тоже, ну, достаточно странно сейчас смотрится, но вот тогда вот мы его согласовали и его уже построили. Потому что надо было строить, наверное. И его построили, потом клиент увидел журнал, откуда я его скопировал. Вот, и он очень сильно удивился, позвал меня, говорит: смотри, а ты что, отсюда что ли скопировал? Ну, мне было стыдно, конечно. Но он меня простил и даже предложил сделать квартиру. Квартиры я тоже никогда не делал, но подумал, что я много чего вообще никогда не делал в жизни. И надо как-то начинать. Я подумал, что если я спрошу у коллег, которые у меня уже были тогда, как делать чертежи и техническую часть, то я, в принципе, спасусь и будет все окей. И вот моя первая квартира, здесь уже все симпатично получилось, даже сейчас она достаточно неплохо выглядит. Вот так вот она выглядит, мы ее тоже построили, клиент был доволен и, в принципе, там прожил, потом мы ее продали. В процессе возникали сложности, конечно же, но я их решал в переговорах с клиентом, ездил по рынкам, изучал материалы, сконсультировался со знакомыми дизайнерами по техническим вопросам. То есть я уже понимал, что сложности будут, но я с ними справлюсь. И итог, без опыта было очень страшно идти в дизайн. Хотя у меня был уже опыт переговоров и работы в визуализации, он мне дал этот базовый опыт. Но именно в дизайн, в новую тему, мне тоже было страшно погружаться. И с поддержкой не так страшно. Если у вас есть поддержка, кто сможет помочь, то это можно делать. Я уже знал, что справлюсь, но предупредил клиента, чтобы не подводить об этом. Это тоже, кстати, хорошая стратегия, если вы с нуля начинаете и боитесь, да, что не справитесь, либо не оправдаете надежды. Просто скажите, что, ну, окей. Я новичок здесь, но я постараюсь по максимуму. И будут клиенты, которые на это согласятся. Это абсолютно точно так было всегда. Это справедливо, это покупают. Мне помог очень сильно навык визуализации, что я что-то умел делать, и как минимум я делал хорошие картинки. Даже я понимал, если я совсем не справлюсь, я, ну, просто опять срисую, например. Страх поборол действием, в процессе разобрался. Поэтому тоже вам рекомендую. Третья история. Это хорошая была у меня работа. И были фриланс-заказы. Но надо было решаться действовать дальше, как-то открывать свою студию, потому что заказов у меня уже было много, я уже брал заказы на визуализацию, на дизайн, и я просто терял время. Я не мог себе позволить заниматься собственным бизнесом, у меня все уже было, вот у меня был какой-то ступор просто. Я подошел к руководителю и хотел уволиться, говорю, я буду начинать свое дело, но не получилось. Почему? Потому что руководитель тоже сказал: слушай, у меня все работает и так, то есть ты являешься звеном в нашей компании, и ты то, что делаешь визуализация, мне окей. То есть, сколько тебе надо денег, он мне сделал прибавку небольшую, я еще остался на полгода или на год. Тогда мне казалось важным это, и я не хотел подводить работодателя. Он платил мне лично, отдельно, просто из кошелька. И я так потерял еще один год, по сути, откладывая желание и жизнь свою на потом, вот самое важное. Хотя за личные заказы я уже получал больше денег, чем на работе. И такое тоже будет. То есть, у меня, в принципе, внутри все-таки есть безопасность и страх. Он есть, я его чувствую, я знаю, что он есть. Я сейчас рассказываю вам эту историю, вижу и показываю. Но на самом деле это было ни к чему. Я бы гораздо больших результатов добился, если бы поборол страх и двигался вперед. Не хватало, не было триггера. Это очень важная вещь. И в итоге со второго или третьего раза я все-таки решился, подошел, сказал: ну теперь уж точно, я уволился. И заказы у меня были по визуализации постоянные, а дизайн я развивал как частную практику. Я купил себе квартиру, денег я уже заработал, и вот было так, стало вот так, сделал себе дизайн, ремонт, я уже занимался дизайном, понимал, как она делается. Вот так она красиво, в принципе, получилась, симпатично. Как я хотел, уже было хорошо, то есть я построил сапожник с сапогами, я всегда был, то есть мне было важно комфорт внутренний. Я пригласил друга, мы здесь сели, просто здесь был мой компьютер, там сбоку был его компьютер, и мы стали работать из квартиры вдвоем. То есть у меня появился первый сотрудник-менеджер. Через какое-то время стало понятно, что удаленно работать неэффективно. Интернет не был быстрый тогда, и нельзя было, ну, как бы, нанимать людей и с ними так вот общаться, пересылать просто гигабайты информации. И сначала мы снимали, а потом, чтобы не платить аренду, мы купили квартиру. И вот это наша первая квартира, это наши ребята, дизайнеры-визуализаторы. Мы собрались здесь, и вот сейчас мы вот в процессе еще на коробках создаем шедевры проекта нашим клиентам. Со временем навели порядок в офисе, вот он такой получился, симпатичный диванчик поставили, ну здесь можно было в принципе жить и работать. И у меня даже был свой кабинет, вот я и вот мой компьютер, вот как положено, тоже я делал визуализацию до сих пор, делал дизайн, тоже здесь работал, и как руководитель одновременно, и как человек, который главный арт-директор. Потом еще один офис открыли, вот уже девчонок взяли, дизайнеров, вот на Новой Риге. Здесь у нас в основном клиенты, вот мое рабочее место. Теперь мы сейчас находимся вот здесь,
У нас другой формат, у нас сотрудники все сейчас работают удаленно. Это важно, потому что ну, смысла здесь находиться нет. Мы перевели абсолютно всю работу в онлайн, это выгодно. И делали мы это до кризиса, поэтому это было всегда хорошей такой идеей. Как мы ведем работу онлайн? Тоже вам показываю, да, что не обязательно иметь какой-то офис, не обязательно снимать что-то. То есть надо начать, а дальше разберемся. Вот так мы работаем, чтобы вы понимали, сложностей никаких тут нет. Ведем работу в системе работы, вот она выглядит, задание, которое надо делать, вот идет переписка, идет задача, что надо делать, идут результаты работы, тут рендерит визуализаторы, вот переписка идет с клиентом, ну и здесь вот мы переписываемся, общаемся. То есть в целом ничего сложного. Мы разработали документы управления за 6,5 миллиона долларов, вернее, рублей, а это примерно 100 тысяч долларов по тем временам. Целый год мы разрабатывали пакет документов. Зачем нужен пакет документов? Чтобы я мог передать все управление. То есть очень важный такой инструмент. Сейчас, естественно, мы делаем его гораздо быстрее, и у меня такую услугу, такой продукт заказывают за 1,5 миллиона примерно с внедрением. Но в целом, вот первоначально это у меня ушло столько, и я очень горжусь этой темой, потому что оно позволило полностью делегировать, вытащить себя и сделать так, чтобы финансы работали без меня. Здесь все учитывается, это финансовая модель, допустим, студии. То есть теперь я получаю просто как доход от работы компании. И в итоге очень важно не бояться и доводить дело до конца, не тормозить с открытием компании, либо нового направления, нового бизнеса. Офис открывается, и люди приглашаем только под проекты. Нам не нужно специально нанимать людей, потому что у многих есть страх, что вот у меня нет людей, нет команды. И не нужна команда, не нужны вам люди. Вы сначала сами разберитесь именно, что будет за проект. Как только будут заказы, уже с клиентами вы разберетесь. Первичная – это продажа, очень важно. И продажа, возможно, даже без денег, потому что я ни копейки не вкладывал в работу, я просто рассказывал и показывал людям, что я делаю, и ко мне приходили снова и снова. Но даже единственное, что я делал, я выкладывал свои работы в интернет. И это очень важно с правильной упаковкой, с правильной подачей. То есть люди видели. Если есть сильный продукт и клиенты о нем знают, тогда все получится. Четвертая история – это ненависть профессионалов. Я выкладывал свои работы в интернет, и с этим открылось еще одно очень важное направление в бизнесе. Это обучение. Я стал делиться, как зарабатывать и какие проекты делаю я. То есть просто стал то, что сейчас, например, я делаю, точно так же я поступал раньше. Просто показывал результаты и говорил, я делаю так. Профессионалам в сообществе это не понравилось, что я зарабатывал. Хотя они ощущали себя талантливыми, а деньги получал я. Из-за этого была проблема. И многие тоже хотели обучиться, но им казалось обучение дорогим. Вот хотя люди интересовались. Тут человек пишет, что отзывы написано самим хозяином, то есть я их накрутил. Очень легко так сказать, да, чтобы не принимать на себя ответственность. Вот еще обесценивали. После услышанных цены, которые я назвал человеку за работу, он тут же сказал, что работа у меня откровенный хлам, и, в общем, не хочет он у меня заниматься. Ну, хотя, на самом деле, ему просто $100 за час было очень дорого заплатить. Вот еще один человек говорит, сотку за час – это очень дорого. Уже тогда ты начинаешь обучать, и вы тоже с этим столкнетесь. Когда идет обучение профессионалов особенно, вам подумают, да ничего себе, все эти знания есть в интернете, почему так дорого, да кем ты себя возомнил. Это все будет, это нормально. Ну вот, собственно, это так и случалось. И сейчас я расскажу, что с этим можно делать. Вот, они очень сильно переживают за стоимость работ. И вот были и адекватные комментарии, люди, но у них были свои внутренние убеждения. Это, кстати, нормально. Вот у Станислава очень хорошая работа, пишет человек, поэтому он вызывает отторжение. Из-за того, не из-за работ, а из-за того, что реклама идет курса. Как к автору и дизайнеру отношусь с уважением. Это круто. Поиск нового заработка на имеющихся навыков. Это мой новый заработок на моих навыках. Да, так и есть. Я так и делаю. Я ищу новый заработок на тех навыках, которые у меня есть. И это разумно, это логично. Но у профессионалов будет отторжение от этого. Они будут считать, что ты не должен зарабатывать больше денег. Ты должен делать что-то одно, и это твое предназначение. Почему они так думают? Потому что они сами так делают. Они не хотят зарабатывать так, и значит, и другие тоже не должны. Потому что вот они объясняют, что есть кухонный какой-то формат, какой-то профессионалов, которые решили, как надо правильно. А тот, кто выбивается, он неправильно. Вот это, в принципе, очень хороший комментарий, и он объясняет психологию людей, адекватных, да, то есть есть неадекватные, которые начинают хейтить, а это адекватные. Так они думают, это нормально, и вы тоже должны сделать для себя решение. Вы думаете так же, как они, либо все-таки вы понимаете. Я для себя решение сделал, меня и мои новые работы в итоге забанили на 3DDD, был такой сайт, да и счастье есть,
А на Рендеру сняли бесплатный курс, который я написал для ребят, которые там переживали, вот что $100 дорого. Я сказал, давайте я вам сделаю бесплатный курс, научитесь, заработайте денег, придете на большой. Вот в итоге его сняли, забанили из-за того, что вот эти люди пришли и с плакатами сказали убрать отсюда Орехова, что-то он продает все, да, и продает очень хорошо. Но были другие люди, и это очень важно. И в вашей профессии, в вашей теме тоже будут другие люди, на самом деле именно из-за них вы работаете. Сейчас очень важный момент будет, смотрите. Пишет Татьяна. Я вот очень хочу попасть на этот тренинг, это там же в обсуждении на форуме эти все цитаты были. И всегда не тот результат, если я учу сама, от которого ожидаешь. Я очень замучилась, и если у нее будет возможность, она говорит, обязательно пойдет на мой курс. То есть, и будут такие люди, и этим людям надо важно помогать. Что произошло с Татьяной? Вот, кстати, она из официантки в Мариуполе она жила, перешла в дизайнера. Она стала сначала визуализатором, а потом стала дизайнером. И сейчас строит виллы в Испании. Вот она, Татьяна Пекинер. Вот ее работы, которые она сделала после моего обучения. Она сама очень большой молодец и сама их визуализирует. Работала вот в Киевстарс, большой компании, делала визуализацию офиса. Делала вот такие дома. Вот даже участвовала в одном из наших проектов. Вот это вот ее визуализация, которую она сделала, а вот построили. То есть тут чуть-чуть синенькая, но в целом вся геометрия рабочая. Вот такие проекты стала делать девушка, которая прошла. И итог, да, этого всего. То, что я работаю для таких людей. То есть неважно, кто что говорит, вот эти вот результаты, которые позволили девушке-официантке из Мариуполя получить новую профессию, стать визуализатором и дизайнером и переехать в Испанию и делать там виллы, я считаю, что это очень круто. У меня таких историй сотни. И у вас они тоже будут, если вы не будете останавливаться и переживать, что кто-то что-то будет недоволен. Потому что любая активность у вас будет на пользу. Недовольны будут всегда. Это аксиома. Но довольны должны быть вы, и ваши клиенты. Вот что важно. И с таким подходом очень просто начинает работать. Радуйтесь недовольным. Понимайте их психологию. Психологию я рассказал. Они сами не могут, и вы поэтому являетесь у них под прицелом. Знайте, что вы работаете для людей и меняете их жизнь, если это так, если ваш продукт крутой. Это главное, а не то, что кто-то о вас напишет в интернете. История номер 5. О публичных выступлениях. Я знаю, что это будет материал очень полезен многим, потому что многие боятся рассказывать о себе, как же это делать. И результат в обучении у меня был отличный, и меня пригласили на инфоконференцию. Это то, где люди делятся о том, как они продают информацию. В целом я интроверт и не выступаю. С детства я не сильно любил внимание, выступление – это вообще не мое. Мне было страшно, но при этом очень сильно приятно, что позвали, и ощущение от того, что люди будут слушать и то, что я гордился за свои результаты, тоже как бы помогло мне участвовать. Выступать я вообще не умел, но мне сказали организаторы, что ничего страшного, ты просто расскажешь, покажешь работы своих учеников. А работами своих учеников и их результатами я гордился, поэтому я согласился, пошел на сцену и рассказал о своих успехах и успехах своих учеников. Зал аплодировал, мне понравилось это чувство. То есть очень много людей, там тысячи человек посмотрело и сказали, да, классно, молодец. И я думаю, что я вдохновил в тот момент тоже многих заниматься обучением. И потом мы с партнером сделали свою конференцию и проводим ее 11 лет уже подряд. Конференция дала мне известность и много новых клиентов. Мы помогаем людям. Это большой проект для всей страны, целая экосистема. Сейчас мы делаем стандарт профессии. Этого всего бы не было, если бы я не решился рассказывать и если бы я не поборол вот этот свой страх. Что я делал, когда было страшно? Решил и стал действовать. Это самое важное. Действие побеждает страх. У меня уже был опыт в этом, в страхе на нескольких других проектах, и здесь я не хотел его допустить. При этом у меня еще был партнер, с партнером ну, чаще всего проще. Вот, если вы можете с кем-то делать какой-то дополнительный проект, возможно, вам тоже это будет удачной такой вот позиции. Вот мне сильно это помогло. И итог пятой истории. Я получил известность в нише, знакомство с топовыми людьми, потому что ко мне на конференцию я приглашал очень крутых архитекторов, дизайнеров, и они делились своими знаниями. То есть до сих пор это происходит. Самые топовые специалисты в нашей индустрии выступают каждый год на нашей дизайн-конференции. А мы это дело модерируем и приглашаем. И это новая страница. Я занимаю лидирующие позиции в системном бизнесе, в дизайне интерьера, потому что я помог сотням компаний начать свое дело и построить систему. Шестая история – это результаты в деньгах. В обучении, в профессии была одна проблема. Обучал дизайнеров профессии, именно как делать дизайн, как общаться с клиентом, но не заработку. А заработок очень нужен, особенно в кризис. В чем же тут была проблема? Я не знал, как могу гарантировать людям деньги. То есть я не думал, что вот
человек, я не знал закономерности, как он выучился и как он заработает. Не обманул ли я их ожидания? И тогда я еще не знал, что и на это есть система. И на заработок денег, и на привлечение клиентов тоже есть система. Но на самом деле она такая же, как на дизайн квартиры. Сложностей тут никаких нет, просто она мне не видна была. И мне казалось, что это из области фантастики, что это, ну, что-то такое вот необычное, что придут или не придут. И я сам же получал клиентов по сарафанному радио, а не из рекламы. И я не знал, ну, я понимал, что у меня был большой бэкграунд и большой опыт, а у людей, кто с нуля сейчас, в них вдруг не придут клиенты. Как я могу это гарантировать? Непонятно. И это был самый лучший понятный способ для меня, сарафанное радио, а людям нужно было другие способы применять. И я не знал, смогу ли я сделать эту технологию и провести людей до результата. Мне было очень страшно обещать людям деньги. И я подумал, что если есть система, если ее можно придумать, да, и, ну, в целом-то другие люди получают клиентов, да, получают, и, значит, мне ее надо понять. Я ее понял, да, и я подумал, что уверен ли я в том, что я буду делать, что не кину людей и доведу их до конца. Да, в себе я точно уверен. То есть у меня единственное такое важное качество, что я довожу дело до конца. Тогда у меня получится, делай, сказал я себе и стал делать. В крайнем случае я подумал, что, ну, окей, вернешь деньги, чем ты рискуешь? Извинишься, ну, компенсируешь там какие-то потери, неудачи, возможно. Я так себе сказал, но настроился все равно на успех. Я принял решение, что неуспеха быть не может. Если я что-то делаю, если я чем-то занимаюсь, то мой мозг может это все разобрать на части и сделать. А если получится, опять же, я вспомнил своих клиентов, которые у меня уже были, скольким людям я вообще могу помочь. И у меня не было системы, но мне помогла вера в то, что я справлюсь. И систему я изобретал уже в процессе. Мы сделали с Максимом Вересовым курс, у него был опыт в продажах, он работал там в сфере продаж, я в продажах вообще не работал, и он давал свой блог. То есть, опять же, я взял партнера, если что-то не знаешь, то можешь прицепить к своей системе партнера. И он сам звонил по телефону, записывал эти звонки, и мы давали ребятам потренироваться. Ребята тренировались, у них были результаты. И он вел блог по переговорам, а я по упаковке, то, что я умел и хорошо делал. И как ни странно, что все те, кто записался на курс, вопреки моим страхам и опасениям, нашли клиентов и заработали деньги, заключили новые контракты. И вот как это было. Вот сколько заработали ученики. Вот наши ученики: Ирбалат, Марина, Катерина, Ольга, Майя, Иван Никитин. Вот это деньги, которые они заработали за месяц по этой технологии. То есть просто технология работает, если ее делать. Они заключили контракты, у них есть отчеты, мы это все видели. То есть там есть прям, ну, звонки, расшифровки. То есть все это вот реальные темы, мы их прям проверяли. Эта штука работает. И я подумал, как классно, да, мы помогли людям, там, кому новую тему начать вообще с нуля, кому в новый город переехать и там найти заказы. Очень прикольно было. И мы сопровождали людей по системе, которую я создал, исходя из своего опыта и логики поведения людей. И мы добавили действия из других тренингов, которые я прочитал. Естественно, как только тебе нужно выполнить задачу, ты мониторишь вообще все. Я посмотрел, что у других работает, почитал книжечки по этой теме и переупаковал это все под нашу сферу, дизайнерскую историю. И я это все сделал в нашей нише. Мы провели с Максимом вот этих людей, они получили такие результаты. И тогда я понял, что бояться вообще не надо. Что надо делать по технологии, по системе, и все будет отлично. А если ты не знаешь или не получается, ты всегда можешь спросить. И что правильная технология, исследование ей, этой технологии, приносит клиентов и деньги. Вопрос лишь в том, чтобы проработать правильную технологию и помочь людям ее пройти. Потому что самому можно упустить детали, и тогда уже результата такого не будет. То есть нужно, чтобы кто-то смотрел. Я часто выступаю с этой концепцией на выставках и делился ей с людьми. Вообще в целом есть 4 способа, раньше их использовал и сейчас тоже о них рассказываю. Все результаты действий описаны уже, и я давал точные материалы. То есть на данный момент у меня сотни людей прошли по технологии, и я даю то, что работает. То, что вот конкретно люди делали, у меня есть история на эти случаи, и то есть я уже это могу использовать не в качестве, а вдруг это так, а в качестве готового примера, что вот человек делал, у него получилось. То есть это облегчает задачу. То есть да, первую задачу достаточно сложно сделать, когда ты не веришь, но надо это сделать один раз, и тогда все остальное будет у тебя по нарастающей идти. И это уже были не мои результаты, а результаты моих учеников. Это было очень круто. Мы сделали курс в том числе по известности, потому что я становился известным, как стать известным. И вот дизайн как бизнес. И в итоге, 6-я история, даже если есть сомнения, но есть намерение, надо действовать. Я так считаю, у меня это получалось, вот я поэтому и двигаюсь к этой цели. И нужно вести клиенту, самое главное, до результата. Делай все, что от тебя зависит, максимально, и тогда будет успех. Ты не рискуешь ничем, если действуешь по технологии и помогаешь другим людям. Это всегда так, и это приводит благодарных людей. 7-я история – это выбор направления для развития. Я человек развивающийся, и у меня накопились навыки.
Я стал помогать людям из других областей, потому что технология, которую я давал, универсальна. Решил перестроиться, но багаж знаний и 17 лет опыта, навыков, любимое дело, дизайн интерьера, меня не отпускало. Я очень застрял в этой теме. Я помогал дизайнерам, но хотел помогать другим людям. Меня уже приглашали на разные мероприятия. Я состою в чатах топовых предпринимателей, которые зарабатывают в месяц от 2 миллионов рублей. Вот эти все люди, это долларовые миллионеры, у них свои проекты. То есть я вот в сообщество вхожу. Более того, я там даже помогаю им. Я делюсь своей системой, как я настроил. Всех интересует, как настроить, когда у тебя уже деньги есть, как настроить команду и компанию, чтобы она работала. И вот я в Сочи делал на тоже человек 150 было в зале, я рассказывал. Надо брать клиентов из других ниш, не решался. То есть я все рассказывал, класс, но я ничего не продавал. Я не помогал этим людям. У меня был страх, что я начну что-то новое, буду туда фокусироваться, и старая моя тема, предыдущая, она как бы от меня уйдет, и известность из этой темы тоже уйдет. Такие у меня были страхи. Психология получалась, знания были, а хоть как-то начать продвигать себя в этой теме у меня не выходило. Я давал, да, разовые консультации своим друзьям, знакомым, даю их до сих пор. И за них мне даже платили за какие-то консультации, даже какие-то курсы покупали, но в принципе это не выходило за какую-то такую вот весомую работу. Чтобы прям взять и довести человека и клиента до результата из другой ниши, у меня такого еще вообще не было. Умом я понимал, что надо это делать, все мне подсказывало, но и не решался. Даже с тем опытом, который у меня все равно есть вот эта вот нерешимость, и она всегда присутствует перед новым, это нормальная человеческая черта. Я не мог переформатировать себя в новую область. И поэтому по бренду, по личному бренду и по Инстаграм, я Инстаграм-то даже не вел, ну никак, потому что я не мог переориентироваться. То есть я дизайнер, либо я все-таки предприниматель и помогаю людям зарабатывать. У меня никак не шло из этой темы. Поэтому я вот подвис и ничего в принципе не делал. То есть ко мне шли люди, которые и так покупали, а я тормозил себя и свое развитие, создавая эту систему. И при этом я даже знал, как надо. То есть я знал, что надо делать. Я знал, но не действовал. Я даже знал, почему я не действую по психологии, потому что к этому времени я уже изучил всю психологию. Я достаточно умный, но не действую все равно. Вот такая у меня была история. И я как будто ждал какого-то триггера. Может быть, вы сейчас тоже в таком положении находитесь, и я в таком тоже был. Я не понимал, как мне перейти. Я даже вот все умом понимал, но не действовал никак. Может быть, вы в таком положении тоже. И триггером для меня стало, что я сходил на курс, был живой курс у одного моего приятеля, знакомый, и я увидел, что он продавал подобную моей системе, в принципе, ну, похоже, что я делаю, только на широкую нишу. Он, у него были свои особенности, да, там свои ментальные какие-то установки, то есть, ну, больше там, не знаю, психологии какой-то, да, философии. Вот, у меня этого не было, просто у меня была моя система, но я увидел модель и метод продаж, как он это делает. И я увидел, что у его клиентов есть тоже результаты. И я подумал, что я же, почему я торможу? То, что я торможу, я не даю клиентам тоже результаты. И я вспомнил свою вот эту историю тогда с Татьяной, что нужно было обязательно давать результаты, и я работаю для этого, для того, чтобы у людей были результаты. И я увидел, что его тоже благодарят люди. Я точно знал, что опыта у меня не меньше, а где-то даже больше. Ведь у меня есть бизнес работающий, как система. И я уже 10 лет в этой теме. И я истратил много денег на то, чтобы построить работающую студию дизайна. И я умею в том числе людей консультировать, и у них есть результаты. И я тут же взял, прямо там на тренинге, с девушкой познакомился. И поговорили, кто чем занимается. Да, она тоже была дизайнером. Вот, но мы договорились, что будем работать не над дизайном, а над тем, что она будет привлекать премиальных клиентов. Я сказал, что доведу ее до результата, потому что я умел привлекать премиальных клиентов уже и сейчас умею. У меня есть система на это дело. И она согласилась работать. Потом мне написал мой знакомый Максим, как по совпадению, но я уверен, что это не совпадение. То есть люди пошли, как только я стал объявлять, что я занимаюсь там продажами и технологией, ко мне стали приходить люди. Я им тоже помог с запуском, заработал там 7,5 миллионов рублей, со мной 2. И я решил, что вот оно, надо действовать. Уже 2 кейса сами пришли ко мне. Я написал объявление тогда в своей группе знакомым, предложение, что готов взять новых клиентов на такую-то историю. То есть я доведу, да, вас там до миллиона или более на вашем новом проекте. Я написал по правильной форме такое сообщение, копирайтингом я тоже обладал, в принципе, то есть навык у меня был. У меня все было, да, я просто не начинал, я не переходил в новую тему. У меня были подписчики, у меня были люди, то есть мне было достаточно. Мне же не нужно было 500 человек взять, мне нужно было взять там всего 5-10 человек. Оказалось, что люди как будто этого и ждали. Они ждали, а я им не давал. Я им не давал предложения, занимался какими-то своими делами. Вот и в этом была проблема. Но, как мне казалось, я важными делами занимался. Но их результаты, моих клиентов, вы уже видели. Тех людей, которые ко мне пришли и которых я довел до результата. Это в первом видео я показывал. И все это случилось благодаря тому, что я перестал бояться и убрал все сомнения и стал действовать.
То есть я своим действием помог другим людям. Это мое решение помогло помогать людям. И это прекрасно. Я не имею права быть нерешительным и бояться чего-то, так как я помогаю людям добиваться их целей самым быстрым способом. А через этих людей я помогаю еще другим людям, их семьям и так далее, по нарастающей. Поэтому я с вами делюсь сейчас этим, я трачу сейчас время, чтобы вы вдохновились. Я рассказываю вам историю, чтобы вы поняли, что не все сначала, что есть страхи, всегда есть, и они у вас тоже есть. И построили свою жизнь так, как вам хочется, как вы привыкли. Возможно, я стану, ну, тоже как таким триггером, который вы увидите, и с этого момента, с этого решения начнется ваша новая жизнь, вы решитесь запускать новое направление. Что мотивирует меня? Меня мотивируют очень сильно результаты людей, их реакция, поэтому я этим занимаюсь. Я вкладываюсь, и еще больше меня мотивирует создавать пользу каждому, потому что у меня огромный опыт и 100% работающая система. Она проверена там, десятками кейсов. Я знаю, что я могу помочь сотням, тысячам, может, миллионам людей с помощью своей системы. И это меня вдохновляет и мотивирует. Это то, что меня заставляет каждый день двигаться. Мне нравится работать сейчас лично, по моему психотипу и темпераменту. Я знаю свои сильные стороны. Вы их тоже узнаете, я подготовил для вас упражнения. Но я работаю только с теми, кто готов действовать и тоже вкладываться. Для меня это важно. И в итоге седьмая история. Да, страхи у нас есть, есть и будут всегда. И в этом я уверен. Мой уровень сейчас один, а я хочу идти дальше, конечно же. Я знаю, что делать, и делаю. И когда я захочу прыгнуть в новый уровень, я знаю, что у меня будет опять страх. Но теперь я им управляю. Я им буду управлять, а не он мной. Осознанно и решительно. Чего я вам желаю. А в следующей части, в следующем видео я разберу ваши вопросы, я их систематизировал и дам некие упражнения, которые помогут вам разобраться дополнительно с вопросами, которые у вас были, и с сомнениями, которые я не описал в своей истории. Увидимся в следующем видео.